каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Министерство здравоохранения Тувы по факту ошибочного введения вакцины БЦЖ 9 детям сообщает, что в настоящее время производится эпидемическое расследование данного случая. В результате проведенной проверки выявлено, что 18 марта медсестра, работающая непосредственно в детском саду, не имеющая документа допуска к мероприятиям туберкулеза диагностики, вакцинации и ревакцинации БЦЖ, произвела самовольно вакцины БЦЖ воспитанникам детского сада. За халатное отношение к своим трудовым обязанностям данная медсестра уволена с работы. Также будут приняты организационные выводы по отношению медработников и руководству Республиканской детской больницы, в том числе в отношении Министерства здравоохранения Республики. Минздравом региона с целью профилактики возможных осложнений организован ежедневный контроль за состоянием здоровья детей, лечение детей в виде витаминотерапии. Также будет организовано соответствующее диетическое питание. В ближайшее время организован приезд специалистов Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России для осмотра и консультации детей. В летний период будет организовано направление детей с матерями на санитарно-курортное лечение за пределы республики. Во всех медицинских организациях и в детских дошкольных учреждениях будут проведены сплошные проверки условий хранения вакцин и порядка организации и проведения туберкулеза диагностики. Министерством здравоохранения Республики Тыва получены комментарии от главного внештатного фтизиопедиатра Сибирского федерального округа Ирины Викторовны Павленко о том, что при своевременном проведении профилактических мероприятий развитие осложнений маловероятно. По поручению главы Тувы ситуация находится под контролем вице-премьера по социальным вопросам Органы НАЦАК, которая ставит перед Минздравом Тувы задачу принять исчерпывающие меры по оказанию профилактической лечебной помощи детям. Эльбрусское кольцо – многоступенчатое военное соревнование для подразделений, специализирующихся именно на горной и высокогорной местности. Сейчас идет отбор в Центральном военном округе. Проверяются части в несколько этапов. После Тувы военные перебазируются в Красноярский край, где пройдет окружной этап. Из каждой части отбираются два лучших подразделения по 16 человек. В программе полоса препятствий, стрельба, параллельная и навесная переправа, водная преграда, скалолазание и прочее. Альпинистскую подготовку ставят специалисты из Федерации альпинизма Тувы. Для того заключен долгосрочный контракт. Президент Федерации альпинизма Тувы Мадырол Хавалык поясняет, что военные могут получить разряды и звания вплоть до кандидата в мастера спорта. Контракт может закончиться, а вот навыки альпиниста останутся навсегда. В пятницу, 29 марта, в Кызыле все выходят на субботник. Днями проведения общегородских субботников определены 29 марта и 5, 12, 19, 26 апреля. Список предприятий и учреждений, а также закрепленных за ними территорий, можно посмотреть на официальном сайте органов местного самоуправления. С этой недели постановлением мэрии Кызыла объявлен месячник по благоустройству и санитарной очистке городских территорий. Всем предприятиям и учреждениям, независимо от формы собственности, а также физическим лицам, имеющие в собственности индивидуальные жилые дома, киоски, торговые павильоны и иную собственность, необходимо провести уборку закрепленных территорий. Минтруд намерен расширить список видов земельных участков, на которых за счет мат-капитала можно построить или реконструировать дом, объект индивидуального жилищного строительства. Законопроект об этом подготовлен ведомством, размещен на федеральном портале нормативных правовых актов. Как поясняют в Минтруде России, сейчас можно построить дом с участием мат-капитала только на земле для индивидуального жилищного строительства, если у семьи есть право собственности на нее, право постоянного пользования, пожизненного наследуемого владения, аренды или право безвозмездного пользования. Новый документ позволит тратить мат-капитал на возведение дома на даче, на садовом участке. Сейчас законопроект проходит общественное обсуждение. И о курсах валют на сегодня. Доллар 63 рубля 77 копеек, евро 72 рубля 59 копеек. Кызыл, встречай московскую ярмарку верхней одежды. Мужские и женские куртки по оптовым ценам. Размеры до 72-го. Торопитесь. ЦУМ, цокольный этаж. Действуй во благо будущего. Работай на себя. Greenway – это оптимальный дополнительный доход для каждого из нас. Присоединяйся к команде Кочетова 98. Телефон 8 913 355 306.
16 марта в дежурную часть полиции села Тели обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что в период времени с часа ночи до 10 часов утра неизвестные разобрали крышу кошары на чабанской стоянке и украли 11 голов мелкого рогатого скота. Возбуждено уголовное дело, кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище с причинением значительного ущерба гражданину. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Байтагинского района задержали подозреваемых, причастных к совершению скотокрадства. Ими оказались трое жителей села Тели в возрасте от 18 до 25 лет, двое из которых ранее судимы. При проведении допроса задержанные дали признательные показания. Похищенный скот обнаружен на другой чабанской стоянке и возвращен владельцам. В настоящее время с участием подозреваемых проводятся следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается. Утверждено расписание государственной итоговой аттестации на 2019 год. Совместными приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Министерства просвещения России утверждены расписания единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена на текущий год. Выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ. Выпускники текущего года в основные сроки основного периода. Ребята, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в иные сроки можно только при наличии уважительных причин, подтвержденных документально и соответствующего решения Государственной экзаменационной комиссии. Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов в резервный день, могут участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный период. ОГЭ для выпускников 9 классов также пройдет в 3 этапа. Досрочный с 22 апреля по 14 мая, основной с 24 мая по 2 июля и дополнительный с 3 по 21 сентября. Этими же приказами утверждены продолжительность проведения экзаменов и перечень дополнительных средств обучения, которые можно иметь при себе на экзаменах по различным предметам. Они остались без изменения по сравнению с прошлым годом, поясняют в Краевом Министерстве образования и науки. С сегодняшнего дня проект Минздрава Тувы «Светофор питания» стартует в 4 кажунах республики. Всего из числа желающих отбор специалистов прошли 159 участников. Больше всего участников зарегистрировано в Барунхемчикском районе – 52 человека, в Кайхемском – 38, Тандинском – 37, в Улукхемском – 32 участника. Под присмотром диетологов, психологов, тренеров в течение 6 недель они будут учиться правильному питанию и вести активный образ жизни. В торжественном старте районного этапа проект «Светофор питания» примут участие врачи, волонтеры, общественные организации. В Барунхемчикском районе, например, организуется площадка продукции местного производства. Будут проведены мероприятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила заместитель главного врача Республиканского центра медпрофилактики Наталья Агапова. По результатам предварительного медосмотра участники распределены по группам здоровья с излишками веса, проблемами сердечно-сосудистой системы и без хронических заболеваний. Места проведение тренировок оборудованы необходимым спортивным снаряжением. В Агдувараке и Шаганаре есть бассейны. С участием большого количества желающих в середине мая текущего года планируется провести второй набор в Кызыле. Проект будет реализован и на территории других районов республики. С 29 по 31 марта для развития трансграничного и межрегионального туризма Тува во второй раз примет участие в 20-й международной туристической выставке ITM Монголия-2019 в городе Улан-Батор, Монголии. Международная туристическая выставка проходит ежегодно с 1999 года по инициативе Ассоциации туризма Монголии в 20-й раз. На данной выставке, кроме постоянных монгольских компаний, участвуют также представители Китая, Японии, Франции, Кореи,
Кореи и других. В рамках участия запланирована презентация туристического потенциала Тувы и впервые экспортный потенциал предоставляющих медицинских услуг республики. Основной целью поездки является увеличение экспорта услуг региона в сфере туризма и здравоохранения. Участие в выставке дает возможность тувинским компаниям выйти на международный рынок туристических услуг, найти международных партнеров, позиционировать республику как благоприятный для туризма регион, увеличить узнаваемость. В выставке примут участие представители Министерств экономики, здравоохранения, информационного центра туризма и организации отрасли туризма республики. Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. По республике переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь. Мокрый снег. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, порывы до 12 метров, местами от 15 до 20 метров. В Кызыле переменная облачность, утром и днем небольшой мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, днем порывы до 15 метров. Температура воздуха ночью от минус 1 до минус 3, днем от плюс 6 до плюс 8 градусов. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные, займы до зарплаты.